В мире рождается не так много натуральных блондинок, да и с возрастом многие из них становятся темнее. Между тем, ученые неоднократно доказывали, что обладательницы светлых волос более заметны, успешны и конкурентоспособны. Именно поэтому испокон веков так популярны специалисты, которые способны создать блонд на голове шатенки и даже брюнетки. Переход из брюнетки в блондинку крайне сложен, поэтому его так страшатся наши клиентки, девушки, и так не любят парикмахеры, потому что это колоссальная ответственность, и зачастую результата добиться крайне сложно. Но мы не стоим на месте. То, о чем мы сегодня будем говорить, как раз-таки поможет нам это сделать. С тех пор, как в Римской империи высветлялись лимонным соком, подражая главной блондинке эпохи богини Афродити, прогресс рванул далеко вперед. Очередное достижение эволюции на прошлой неделе презентовали ярким шоу с участием, конечно же, светловолосых девушек. На самом деле блондинки – это сложное окрашивание, потому что сушат волосы, и как раз новое средство, которое увлажняет, поглощает волос, напитывает его, и хочется увидеть вот эту новинку и на себе прочувствовать, и, естественно, нашим клиентам это рассказать. После этой презентации, по словам ее организаторов, все проблемы блондинок останутся в анекдотах, но число желающих перекраситься заметно возрастет. Останется лишь поработать над внутренним миром. Во-первых, я считаю, изначально это состояние души. То есть цвет блонд, его нужно прямо нести. Это первый момент. Второй момент. Вообще, какой процент населения во всей стране у нас блондинок? Это всего лишь 2%. Это статистика. Соответственно, а сколько у нас блондинок на улице? Я бы сказала, 50-70% блондинок, по крайней мере, в Челябинске у нас есть. Все хотят, чтобы волосы были максимально красивые и блестящие, несмотря на многочисленное осветление. Я думаю, именно этот продукт, он справится с этой проблемой. И, наверное, я думаю, будет очень-очень много клиентов, и все будут счастливы. Презентация нового продукта своевременно в весенний период, ведь именно с наступлением теплого сезона желание преобразиться превращается в настоящую жажду. Еще больше новостей о блондинках, брюнетках и рыженьких можно найти на YouTube-канале Beauty Time. Подписывайтесь!